Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня у меня несколько другой фон. Подобрал какую-то тряпочку, чтобы более-менее прилично все выглядело. Но не столь суть. Сегодня мы будем рассматривать очень интересный один инструмент. Даже набор инструментов. Но где же он? Где же он? Где же он? Я вот, кстати, приготовлю вот такую штуку на всякий случай. А он здесь. Это... Набор представляет собой антикварный инструмент для ремонта часов. В данном случае я его использую для установки стрелок. Это набор пуансонов. В общем, здесь одного не хватает. Это у меня уже такой достался. Так... Что у нас тут есть? Мне пришлось, прежде чем вообще видео снимать, я в первую очередь этот комплект почистил салфетками специальными для того, чтобы он был в чистом виде выглядел, так сказать, потребно. Ну, также мне пришлось, учитывая то, что инструменты, возможно, находились в сыром месте, мне пришлось их немножко почистить, чтобы их можно было затем спокойно использовать. Некоторые из них выходят спокойно, некоторые из них надо еще чуть-чуть дочистить. И чтобы они вот так вот блестели. Что-то фокус наш сегодня не очень работает. Ну, сейчас наладится. Вот такого типа пуансоны. Где же наш автофокус? Привыкнуть надо, да. В общем, очень доволен этим набором. Несмотря на то, что у меня уже есть комплект пуансонов, но без такой вот коробочки. Но тут есть у меня один. Сейчас найду, который мне нужно довести до ума. Очевидно, предыдущий мастер, когда работал именно вот с этим, он сейчас выглядит перегретым. Это уже я перегрел. Мне нужно было достать вот в этом месте. Если сейчас фокус... Где же фокус? Фокус. В общем, заломана, видимо, шпилька здесь. И его надо как-то оттуда достать. Ну, в общем, вначале я его грел, пытался как-то выбить. Это очень сложно. Была мысль еще кончик отрезать, чтобы можно было выковырять обломок. Но затем я взял бутылочное сверло и потихонечку начал высверливать. Процесс не закончен. В данный момент вы можете видеть, что мне пора делать маникюр. Я об этом в курсе. Рабочие руки. Но также вы можете видеть то, что данный пуансон нужно привести в порядок. Для того, чтобы можно было спокойно с ним работать. А фокус наш все-таки подводит. О, наконец-то виден то, что здесь немножко засверлено, но детали еще внутри находятся. Очень удобно работать с пуансоном, допустим, если там стрелки вставлять по размеру, находите, нажали аккуратно, придавили стрелочку, она у вас не гнется и равномерно одевается на шестеренки, на трибы. В общем, такая ситуация. Досталось мне тоже от одного часового мастера, который давно умер. Ну вот, инструмент его живой. И он у него по наследству, если я не ошибаюсь, переходил из рук в руки. Ну и волей случая оказался у меня. Как видите, он в достойном виде. И я стараюсь с ним очень аккуратно работать.
очень доволен данным комплектом. Если есть какие-то комментарии, можете оставлять под видео. Лайки, репосты приветствуются. Всем всего хорошего, это был Джедай. Пока.